Там ассортиментик, извини меня, вкусненькое. Не, факт то, что там-то нету бюджетных денег. Может быть, вот подобными вопросами как-то задуматься нашим вот народным избранникам? Что не правительство должно создавать какие-то предприятия, а имеющиеся предприятия дать возможность им развиваться. Может, я какую-то крамольную мысль высказал, не знаю, но мне почему-то так кажется. Ну да. Чудные дела твои, да, господи. Я все вот про Конституцию Бурятии. Не, ну кстати, это крайне не, интересно. Ну, я, кстати, я что придумал? Да как режиссер, как автор своих фильмов, да, ну, а? Недавно мы выпустили в интернет фильм «Каникулы в Таиланде», кстати, очень много было отзывов. Да. И кстати, концерт с аттракционом Воронова у нас был. Ну да, мы такой хотели. Мы сделать хотели международный проект, чтобы нас как-то прославить. В основном-то смотрели, ну, наши смотрели и как бы не из Бурятии. Вот. И я-то что подумал по поводу Конституции Бурятии? Люди, ребята, если кто найдет в магазине. А, кстати, да. Кто найдет Конституцию Бурятии, я, честное слово, вот у меня есть подарочный комплект вот из фильма и концерта «Аттракцион Воронова», мы сразу подарим. То есть это действительно, это вот... Сообщите, место... пожалуйста. Да, потому что мы хотим видеть Конституцию Бурятии в печатном таком виде. Ну, если... Не, в нормальном виде, это нормальный вид. Конституция, вот она, вид ее должен быть.